В Казахстане продолжается благотворительная акция «Помощь детям Сирии». Гуманитарный проект запустил общественный фонд «Сизимтал». На собранные средства общественники купят медикаменты, еду, одежду и учебники. И отправят гуманитарный груз туда, где не прекращается война. Вынуждены были бежать за пределы своих домов, за пределы своих городов и страны. Но это дети, которые дети-беженцы. При этом внутри страны около 3 миллионов детей нуждаются, постоянно нуждаются в гуманитарной помощи. Если гуманитарная помощь не будет предоставлена, эти дети погибнут. Война в Сирии длится уже 6 лет. За это время, по данным Детского фонда ООН, тысячи детей погибли. Около 6 миллионов остро нуждаются в гуманитарной помощи. Благотворительный проект «Помощь детям Сирии» продлится до 20 июня. Все желающие могут перечислить средства на счет общественного фонда «Сизимтал». Первое мероприятие общественники провели сегодня в отеле «Рахат Палас». Обществу не безразличны подобные инициативы, и мы должны совместно с ЮНИСЕФ дать такую возможность, потому что иную возможность поддержать сейчас детей Сирии у казахстанцев нет.